Друзья, привет! И снова я с вами, Волченко Сергей. И небольшой сделаем обзорчик сейчас по техническим данным. Пришла новиночка. И сделаем небольшой тест-драйв. Сегодня в гостях Невский. 14 лет ребенку, 165 сантиметров, 60 килограмм. Чтобы вы понимали и размер квадроцикла, и возраста ребенка. Итак, погнали. 200-ка Avantis пришла в этом году. Они до этого приходили в прошлом, позапрошлом году, но там был другой кузов, были другие фары круглые. Сейчас вот пришла такая тачка, база, движок, 200 кубов, 10 лошадиных сил, скорость вперед, скорость назад, нейтралка, вариатор, все то же самое. Воздушно-масляное охлаждение, видите, пришел в этом году какой-то радиатор толстый, какой-то, не пойму, чугунный что ли, ну короче не алюминиевый, посмотрим как себя будет вести, пока ничего сказать не могу. Колеса с накладочками интересные, красивые. Сделаны. А, добавили ручной стартер, друзья, это очень важно. Если где-то сядет у вас аккумулятор в поле, если вот такой фишки не будет, вариатор с толкача заводить бесполезно, просто будет катиться и все. То есть здесь добавили ручной стартер, норм, то есть можно заводить. Давайте по ручкам быстро. Правая ручка, все без изменений, гидравлический тормоз, передние два колеса, курок, ограничитель скорости. Так, индикация батареи, ой, индикация скоростей, драйв, нейтралка, return добавили задний. Левая ручка, все то же самое, в принципе. Глушилка, свет, сигнал есть и стартер. Посмотрим, что за фары сделали. Фары, кстати, есть аналогичная модель от другого поставщика. Включи, Саш, фары. Фары, да. Прям вот фары реально на фары похожи. Единственное, что я бы от себя сделал, я бы купил бы в любом автомагазине лампочку светодиодную и воткнул бы сюда. И они, во-первых, она бы не жрала бы так ток и на электроэнергию. И она бы светила белым светом. Итак, прокатимся немного. Поедем. Прям вот вообще чуть-чуть, прям вот туда-обратно, чтобы вы понимали, что, как он едет, и вообще едет он или нет. Он, кстати, намного мягче, этот квадрик, чем Ньюшки. У него мягче включаются скорости. Не знаю, мне почему-то эта больше тачка нравится, нежели Ньюшка. Он легче килограмм на 20-30, чем Hunter 200 New. И, может быть, поэтому он какой-то такой воздушный, легкий, мягенький. Прикольно. Итак, господа, максимальная скорость километров 60-65. Я вот именно на новой тачке не разгонялся, но предыдущие тестировали 65 я разгонялся, он там к 70 уже подходил, и запас еще был, так что он поедет до километров до 70, он может разогнаться, то есть вдвоем сесть окей можно, здесь багажник позволяет, что-то мягенькое еще положили сюда, и будет второму пассажиру удобно. Вот вам воздушное охлаждение тоже. Скорость вперед. Повтыкай, Саш. Скорость вперед. Нейтралка. И скорость назад. Соответственно, все очень удобно. Втыкается. И также на какой возраст брать. Ребят, по чесноку у нас берут такие квадрики. От 4,5 лет ребенку ограничивают скорость. Регулируют руль. Руль можно отрегулировать по наклону. Вот так вот. И можно еще внутри отрегулировать, чтобы он легче крутился. То есть там есть болты. До какого возраста, решайте сами. То есть, если килограмм там 150, тачка его потащит, даже не почувствует этот квадрик. Там 150, там даже 180 килограмм он повезет. Единственное, что не забывайте, когда по ухабам будете прыгать, чтобы, соответственно, оси у вас не погнулись. Нагрузка абсолютно другая. Саш, прокатись еще туда, вперед-назад, чтобы, ну, хоть немного звук послушать там. Выхлоп у этой тачки, как и в предыдущем квадрике. Он тихий, адекватный, нормальный выхлоп. То есть вполне. Тачка лупит. 200 кубов свои дают, конечно, тягу хорошую. Запас хода на баке. Тестировали мы 200-ки. Я за целый день не мог укатать бак. Но я, правда, без остановки не ехал. Я останавливался. То есть в обычном лайтовом режиме покатушек. Вам хватит его на день с лихвой. Цена у Avantis'а в данном году вообще радует. Сейчас на него акция идет, то есть цена снижена. А ценник они снижают за счет вот обрезания квадроцикла полностью. Приборка эта, которая цветастая.
приборка эта, которая цветастая идет, на мой взгляд, она вообще просто вот для понтов там, да, какие-то показывают, данные дают. Но вот по мне, вот лучше по мне убрать вообще все, что не нужно, электронику, и оставить то, что нужное. И тем самым еще и снизить цену. Резину в этом году зубастую какую-то начали делать зимой. Но я думаю, что по льду она все равно будет шлифовать. А так по снегу вот такая резина, она намного интереснее. Итак, друзья, приезжайте к нам в интернет-магазин Тибегун. Заходите к нам на сайт. У нас всегда есть новинки. Вот они только пришли, они уже у нас в магазине, да, эти тачки. Мы всегда следим. Нас, точнее, скажем так, нас всегда информируют поставщики, что скоро придут новые квадроциклы. И мы даже по предзаказам работаем, то есть заранее резервируем их и отгружаем сразу. Потому что хочу сказать прямо, техника дефицитная. Она приходит, ее практически сразу разбирают. Люди нравятся квадрики, видимо, Авантис в том числе. Приходите к нам в выставочный зал, заходите к нам на сайт. У нас много экипировки, у нас много аксессуаров. А мы будем рады вам подобрать тачку вашу, будем рады вам привезти ее, доставить. В регионы работаем, видосы вам живые поснимаем в WhatsApp, чтобы вы видели, что мы живые, да? Спасибо всем большое, пока-пока за внимание. А с вами был Волченко Сергей. И Невский. И Невский. Пока-пока.